В Новом Орлеане сегодня последний день карнавалов Марди-Гра. В переводе с французского это означает «жирный вторник» и, по сути, является аналогом русской масленицы. Так же, как и у православных, у католиков и протестантов, после Марди-Гра начинается Великий пост. Самое пышное празднование в США традиционно проходит в Новом Орлеане. Изначально карнавал проводился только во французском квартале города, но со временем он стал более многолюдным и красочным. По одной из версий, в 19 веке в Марди-Гра участвовал и русский князь Алексей Романов, который приехал в Новый Орлеан за своей возлюбленной американской актрисой. Узнав, что карнавал посетит особо царской крови, организаторы сделали специальную платформу с надписью «Король». С тех пор карнавал всегда возглавляют ряженые в короля и королеву, которые едут на огромной украшенной платформе и кидают в толпу оловянные монеты и пластмассовые бусы.